Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас новое видео касаемо, конечно же, подарков, что они делают и какие будут квесты от Айкапа, ну и, конечно же, изменения по карте, которые у нас сегодня имеются, я вам все поведаю, друзья. Присаживайтесь поудобнее и поехали! Первые, в принципе, незначительные или значительные изменения, это, конечно же, у нас появление вот такого трона. Это у нас теперь елка, она очень детализированная, красивая, с миллионом количеством полигонов, наверное, но я в этом не особо соображаю, но ничего, главное, чтобы что-то сказать. Ну и тут, конечно же, у нас вот такой вот шар появляется, это вместо древ вот этих всех, которые у нас тут есть, у нас имеется два вот таких вот новых таких, можно сказать, две новые модельки. И, конечно же, ну, забытая старая. Все новое это забытое, хорошо забытое старое, как говорится. И, конечно, оно у нас здесь есть. Следующее, что у нас поменялось? Естественно, у нас поменялся Рошан. Рошан у нас вот в таком облике теперь. Теперь это Дед Мороз, который будет наказываться, как говорится. И, конечно же, он будет у нас стоять здесь в Рошпите, а не стоять под елкой, потому что я под елкой его туда поставил, зареспаунил, и он, в принципе, там будет стоять кайфовать. Вообще, он вот так вот у нас выглядит. Очень простенько, ну по стандарту он любит пинаться ногами, будет бить кулаками, все в принципе как раньше. Ну и самый интересный вопрос, что у нас в целом изменено на этой карте для того, чтобы получать какие-то бонусы? Как будут получаться у нас бонусы? На сайте Айкапа у нас через время, через определенное появится елка, а может быть уже появилась, обязательно заходите на сайт и смотрите. Это будет выглядеть примерно вот так, вот сейчас вы это в принципе видите на экранах, вот такая вот у нас елочка. И по карте рандомно будут раскидываться подарки. Обычные маленькие подарочки за денай товаров или просто за разрушенные товара. Ну и, конечно же, большой такой шарик елочный. И он будет давать определенное количество, так сказать, бонусов. Один вот этот маленький подарочек дает один бонус, а вот этот большой шарик, который мы будем чуть позже искать, он будет давать 5 бонусов. И потом можно будет это все, конечно же, собрать и открутить, прикрутить, выкрутить все это к елке. Конечно же, вот такая вот у нас будет елочка, да, вот видите, такие прикольные тут. Можно вот, ну, какие-то бонусы, да, будут у нас выбивать. Смотрите, 5-й левел армор, 10-й бонус, 15-й это у нас про аккаунт, и 20-й у нас паки, с 25-м у нас тут элитка вообще. Но помните, да, вот эту тему с вот этим, как там, эльф, да, был. Невозможно было дойти до элитки после того, как его пофиксили, потому что там вообще нереально было как-то двигаться. Поэтому дерзайте по-любому в первое время, когда будет эта елка доступна, можно будет жестко, быстро наобузить до фиксов. И я думаю, ну, все получится. Поэтому старайтесь сразу собирать сейчас уже, пока есть возможность. Ну и, конечно же, там есть 100% призы, когда вы будете прокручивать, да, вот эти вот свои бонусы, которые вы насобирали, свои шары с этими... свои шары, ладно, понял. Свои шары с подарками. Вы будете получать 100% капсов. В прошлый раз с эльфа я где-то заимел 250 капсов плюс. Хотя я, в принципе, сильно подарки не собирал. Так что вот такая, ребятки, тема. Обязательно прочекивайте на сайте, добавили ли эту елку. Потому что подарки собирать можно уже прямо сейчас. Ну, с какой минуты подарки дропаются, если честно, я не в курсе. Но я решил, как говорится... прочекать это самостоятельно в лобби. Подарки подсвечиваются, основные шары, они подсвечиваются на карте сразу для всех. Там написано, что Happy New Year, типа, подарунок упал, и он, типа, лежит и будет кайфовать. Но не суть. Его можно, конечно же, подобрать и получить этот бонус, о котором я говорил раньше. Теперь, смотрите. У нас вот за вот эти товара должны быть тоже маленькие вот эти подарочки. Но, кстати, возможно, я вообще сижу не в той карте, не в тестовой карте, и... и подарков тут нету, потому что мапы сейчас эти выходят. Вот тут должны быть подарки зеленые. Ну, я тогда, если что, пересоздам. И пойдем далее. И
В этой карте, конечно же, после того, как выпустили вот эти подарки, сломали персонажей некоторых. По крайней мере, то, что я нашел, сломали Оракла. Посмотрите, пожалуйста, что у него поломано. Смотрите, даю тройку, делаю диспел, и первый спел на Оракле не работает. Это говорит о том, что, ну, поломали персонажа, к сожалению, в 412 РЦ. У меня есть еще одна карта, я сейчас пересоздам на этой карте. Скорее всего, там будут подарки дропаться, но в этой карте, конечно же, подарки не дропаются. Так, ну давайте тут вот, зря что ли вот это делал я. Свен у нас защитник, поэтому давайте защищать. Погнали. Новогодние подарки лайфстилерам. Ой, как хорошо. Какая эстетика для глаз, ребятки. Такой кайф. Так, ну что, пойдем поищем подарки, немножечко поищем и, в принципе, закончим этот информативный видос. Итак, я пересоздал игру с другой картой, но, к сожалению, здесь нету тоже подарков. Я не понимаю, как это работает. С добивания товаров 100% должны оставаться подарки. И почему их тут нет? Именно в соло-тест-лобби я не понимаю, почему их просто нету здесь, этих подарков. Но в игре они точно есть. Я уже играл, поэтому, ребятки, собирайте подарки. И чуть позже, как только елка появится... Вообще, это секретная информация, то, что я вам сейчас выдаю. Потому что еще это ничего, как говорится, анонсировано не было, поэтому из первых уст, как говорится, для вас доношу эту информацию. Собирайте подарки, обменивайте на елку, вот так вот просто навешивайте шарики, вот такие будут красные. Сейчас покажу. Вот такие будут красные шарики по карте падать. Вы, конечно же, эти красные шарики будете вешать. Вот так вот на елочку и получать за это капсы. Поэтому, ребятки, обязательно поставьте лайк. Если информация для вас, как говорится, была очень полезная, обязательно подписывайтесь на YouTube канал. Ну и если есть какие-то у вас замечания по поводу вот этой обновленной карты, может, там какого-то героя еще сломали, я не заметил, но Оракла точно сломали, ребятки, обязательно пишите в комментариях и информируйте других. На этом все, с вами был Ксеназос и до скорого.